расскажу об эффективной технике запоминания слов. Вообще, свойства нашей памяти до конца не изучены. Но существует некая статистика, которая гласит, что для того, чтобы запомнить одно слово, в среднем нужно видеть его 8 раз и записать 3 раза. У многих наверняка был опыт, когда вы учили наизусть тексты и слова, но вы совершенно не можете ими пользоваться или употреблять их в речи. Я сама говорю на 5 языках и являюсь дипломированным лингвистом с опытом преподавания более 10 лет. Я разработала свою эффективную методику запоминания слов, которая основывается на контексте, то есть на историях, которые вы сами рассказываете и используете новые слова и выражения. Если вы используете эти слова в контексте, которые относятся к вашей жизни каким-то образом, это могут быть воспоминания, какие-то истории, планы на будущее, то вы запоминаете их намного быстрее. Еще лучше, если это слово вызывает у вас какие-то эмоции, пусть даже негативные. Более того, вы видите, как грамматически они могут быть вставлены в предложение. Да, например, вы смотрите фильм, но вы не помните название фильма, но вы точно помните, что там происходило, то есть вы помните контекст. Поэтому я вам советую попробовать данную методику и посмотреть результаты. Я уверена, что ваш словарь расширится, и вы сможете запоминать новые выражения быстрее и веселее. Все.